ты приехал. Всем привет, ребята! С праздником! Вы на канале «Своим ходом», и сегодня 9 мая. И оно не только в России, оно везде. Мы сейчас находимся в Турции, Аланья, и покажем, какое 9 мая здесь. Погнали! И напоминаю, друзья, что выпуски без еды смотреть не рекомендую, потому что будет очень вкусно. Начинается 9 мая с просмотра в прямом эфире парада на Красной площади. Завтрак, красота, праздничное настроение. Всех с Днем Победы! И сегодня в 6 часов вечера здесь тоже будет свой парад в Турции, город Аланья. Мы тут принарядились и едем в Махмутлар. Там какой-то стейк-хаус есть крутой, хотим протестировать. В 2 километрах от нашего района находится. Купсон меня привезла в место, где самые лучшие стейки готовятся. В общем, город Махмутлар, ребята, называется Джейкс Плейс. Здесь я такой думала, приятный мужчина работает, все рассказывает, все показывает. What is your name? Джек. Джек. It's your place. Yes, my place. Все. В общем, ну это владелец получается, да? Короче, приехали в кафе Джек, здесь работает Джек вообще. Слушайте, очень приятный хозяин. И чтобы вы понимали, Махмутлар — это тоже курорт. Здесь есть отели, здесь есть море, здесь есть пляж. Сюда можно приехать и жить в этом месте, если вам вдруг понравится. Квартиры здесь тоже можно приобрести. Для начала мне больше всего нравится, да, когда приносят соусы, приносят лаваш. Ребята, если лаваш и соусы не приносят, можете просто встать и уйти. Потому что это обязательно должно быть. Это настолько безумно вкусно. Мягкий лавашек, свеженький, только что его испекли. А мы приступаем к рыбному супу. Блин, там столько много всего, ты зацени. Там и овощи, и рыбка. Мне тоже напоминает, когда мы были в Финляндии. Помнишь, там был вот этот, типа, рыбный суп, очень вкусный, из лосося. Обалденно. Это прям как в Финляндии. То есть прям сливочный суп из рыбы. Очуметь. Классно. Я прям сейчас желудком телепортировался в Финляндию. Там точно такой же суп. Здесь только овощей побольше получилось. Прям вот рекомендую, ребят. Если любите супчики, обязательно пробуйте. Я думаю, вам понравится. Он такой жирненький, с маслицем, вообще наваристый. Удивительно, ходим в Турции, столько места, и везде очень вкусно. Угу. Нигде не было, чтобы не было вкусно. А все писали, что здесь типа негде есть, да? Странно очень. Где же они ели вообще? Это безумие какое-то. Я готов просто взять, вот туда вот занырнуть и все здесь вылезать, чтобы она просто чистая осталась. Настолько вкусный суп был. Там такая надпись есть, там написано: если вам понравилось, пожалуйста, расскажите своим друзьям. А если вам не понравилось, скажите мистеру Джеку. Стоимость наших блюд одинаковая, вот такая. В общем, у меня получается лосось, там еще какой-то вид рыбы. Но, как он сказал, здесь 3 вида рыбы, получается, сделано. Басибас, лосось и креветки. Угу, сверху креветки, да. Еще есть салатик, вот такие вот штучки треугольные, хлебные, рис, пюрешечка на помидорке, картошечка, ну, типа такой салатик. У риса то же самое, как бы по бокам, да, но у нее получается стейк из говядины, да, да. И сверху те креветки. Да, выглядит очень просто круто. Пахнет, это еще лучше. Я вообще вот такие стейки не люблю, мясные, я люблю больше вот, ну, рыбку такую, а вот там говядину я как-то не очень. Мясо, а вот Лиза тащится. Мясо смотрите, соус. Ага, все в соусе. Мясо очень хорошо прожарено. Такой вкусный стейк, сверху закусываем креветочкой. Теперь моя рыбка на очереди. Эту штучку вот сюда вот мы уберем. Смотрите, как роста. Она получается такая, видите, спиралькой скручена. Классно, да? Зацените. Креветочки. Начнем с креветочек в соусе. Ну-ка. Ну, это красотища, конечно. Приятно. Приятно приготовили, приятно удивили. Теперь рыбку возьмем. Рыбку окунем тоже так в соус. Все здесь перемешаем, вот так побольше возьмем соуса. Ну, погнали. Ну, здесь никакие слова не нужны. Приготовили все на высшем уровне. Реально очень вкусно. Соус вкусный, рыба вкусная. Поели мы, получается, на 170 лир, друзья. И здесь, смотрите, тоже, как и в том ресторане, помните, панорама, которую показывали, тоже дали вот такие карточки. Прикольно они. Как визитная карточка, только пластмассовые. Ну, приятненькие такие, да, вообще. Уровень. Ну все, мы поели, нам очень понравилось, круто. Да? Да, понравилось? Огонь. Ребята, рекомендую стейк с креветками, просто огнище. И чтобы у вас было представление о районе Махмутлар, то, пожалуйста, вот главная улица. То есть вот такой вот городок, посмотрите, 5-этажные дома, здесь отельчики. Очень приятно. Много вот таких кафешечек, магазины, сувенирка. То же самое, что как и в Алании центральной, да? Вот, давай прокатимся, ребятам покажем, там такие горы красивые, буквально вот так за рулем. Туры, экскурсии у Керима, все есть. Рынок сюда тоже приезжает раз в неделю. Помнишь, мы ездили сюда на рынок?
всего. О. Ну, тоже получается район прямо напротив гор, да, находится, Хавания. Да. Здесь все курорты этого побережья, они все находятся и расположены вдоль гор, вдоль моря. Здесь прям особенные горы, смотри, какие большие. Ну да, здесь как-то поприятнее даже, да? Я тут быстренько вышел на набережную Махмутлары. Получается, это набережная, я вам уже показывал ее в Алании. Она, получается, идет прямо до Алании, вот она бесконечная. И соединяет и Аланию, и вот район Махмутлар, много отелей. Вон здесь водные горки, там бассейны, дети купаются. Ну и, собственно, вот сам пляж Махмутлара. И как я вижу, он получается уже не песчаный, он больше галечный. Здесь видите, камушки такие. Сезон начинается, кафешечки внизу есть, вон. Все загорают, прекрасно. Вон много людей купается. Это май причем, понимаете, май. В июне, в июле все завалено вообще будет. А вот смотрите, тоже неплохой вариант передвижения. Семейный такой, да, вариант. Сегодня у нас рынок опять переехал. Мы сейчас в поисках. Нашли вот вещевой рынок. Платочки по 2 доллара. Сегодня мы приехали на рынок, который называется Тасмур. Он находится, получается, между Аланией и между нашим районом, где мы живем, Кистель, получается, да? Ну, здесь все рядышком, огромный рынок. И мы сюда приехали не просто так за шматьем, мы в поисках рынка, который постоянно кочует с овощами и фруктами. И он, типа, здесь должен находиться. И мы совершенно случайно, получается, открыли для вас и для себя вот этот вещевой рынок в поисках овощного и фруктового. Нищий так себе. Вот. Ну, нищий какой-то, да. Иду, ничего даже не... Особо как бы ничего не купишь. Да. Такой ширпотреб. Да, все верно. И прямо здесь рынком одежды, получается, вот овощной рынок. 7 дней в неделю, и рынок находится в разных местах. Нам сегодня нужен отдел чая. Мы его нашли, ребята. Здесь смотрите, орешки, сухофрукты, рахат, лукум. И, наконец-то, блин, проблема. Мы неделю ищем чай, и, наконец-то, мы нашли, да? То есть чай на развес. И кто просил нас купить чай такой? Мама твоя. Правильно, моя мама. Потому что она была в Турции, говорит, ребята, вы едете, мне срочно чаю привезите. Вот такого вот порошкового, я не знаю, в чем его прикол. В общем, здесь много разных видов этого чая. Мы договорились за 5 лир, получается. Изначально 10 было, да? За 5 лир, за 100 грамм, получается. Кстати, если вы такие пробовали, в комментариях напишите. Вот моей маме понравился очень этот порошок, разбавляешь водой. А вообще, вот это из чего это сделано, сам чай? Какой состав? Яблоко сушат. Ага, то есть сушеное яблоко, да? Дробят. Здесь как без химии? То есть все натуральное? Нет, есть. Есть чуть-чуть, да? Есть, конечно. Угу. Натуральное. Вот он, гранатовый чай. Угу. Понятно, да. В общем, у нас такой вот набор получился. В каждом пакетике 500 грамм. Мы взяли уже 6 разных вкусов. Моя мама, Лизин папа, Лизина мама. В общем, все они на чай этот подсели. Говорят, без чая не возвращаться домой нам. Рахат лукум тоже, смотрите, разных вкусов. То есть он как есть, как на развес. А также есть подарочные наборы. Уже, видите, есть подобрано. То есть вот рахат лукум, получается, 5 разных видов. Да и сухофруктов тоже большой выбор, посмотрите. Вот целые спирали этих сухофруктов. Вот микс из сухофруктов. Здесь все сухофрукты по отдельности. Причем ценник такой вроде нормальный, адекватный. Есть вот такие вот банки. Смотрите, это с медом. Мед, получается, и разные орешки вот так разложены. Тоже необычный подарочек можно провести. А это мы себе взяли. Ну, отлично. На год хватит, надеюсь. О, спасибо. Капец, вот набрали мы 3 килограмма. Напоследок обычно берем клубничку, 2 килограмма себе. Там такая вкусная, берите мелкую, ребята, не гонитесь за крупной. Мелкая очень хорошая. Я вас обожаю, я смотрю уже даже не знаю сколько. Да, я включил вот подписчика, встретили на рынке. Опять. Я нахожусь в Алании, я, короче, сделал себе ВНЖ на год, и я здесь живу, тоже вот хожу, снимаю рынки. Квартиру купил? Не, снял. Купить денег нет, снял, и год здесь живу. Но вас, я честно, я последнее видео ваше не смотрел, просто не в курсе, где вы сейчас. Я, конечно, я когда был в Херсоне у себя вот 4 месяца назад, я вас встретить, это для меня такое было счастье, несбыточная мечта, блин, и вообще просто у меня слово. Мы на рынке проходим, я да? Все мечтаю на рюкзак налепить, как у вас. Это не тот рюкзак? Класс. Вот знаменитый рюкзачок Витальки. И я не могу, и прикиньте, я в Украине смог этого найти. Не ну смог, да, в России везде есть. На Алиэкспрессе мы покупали. Я там. Понял. Ну, по Марину. Блин, я так рад вас видеть. У вас минутка есть, ничего, что я вас задержу. А вы сейчас куда? Где вы вообще здесь? Да, мы живем в Кистеле. Ну, мы уже хорошо, завтра я... улетаем, а мы покупаем. Дней вы здесь? Мы все, завтра. Неделю были. Да, блин. Да, вы не будете сегодня, будет празднование дня? Вот, будем снимать, да. Да. Может, там ну, там, может, увидимся, да. Стусоваться, встретиться. Блин, я вообще просто счастлив. Друзья, канал с вами Кода, Виталий Лизончик. Это
Это мои, вот я честно, я начинал смотреть, когда путешествия были, вот я не буду называть там громкие имена всем известные, но они все, знаете, какие-то, у каждого есть какие-то вот, для меня неприятные какие-то качества. Это же люди открытые, искренние, честные самые. И это просто вообще, я вот, наверное, то, что я осознаю реально, что я их встретил, наверное, не сейчас, а позже, позже. Так классно. С этих левых кадров у тебя получился, вообще, он снимал видео, просто такое лицо было. Ты с какой целью вообще приехал сюда? Я приехал перезимовать на январь-февраль. То есть я снимал отель на 30 дней, могу сразу сказать, очень бюджетная цена, 30 тысяч рублями ваших получается, сами с Украины. Вот. И когда я приехал, побыл здесь январь-февраль, посмотрел, сколько здесь живет русских, украинцев, мне уже не хотелось как бы уезжать. И я начал узнавать за ВНЖ, оказалось, что все это не так сложно сделать, то есть вид на жительство делается на один год. И я подумал, а почему бы не сделать? И получилось так, что вот там у меня все осталось, там я плачу, тоже снимаю квартиру в Херсоне. И, в общем, что хорошо здесь, друзья, здесь круглый год, январь, февраль, я ел помидоры, клубнику, зелень. Ну вот Виталий, если рынок снимал, он покажет вам все. То есть здесь находиться — это просто счастье, это витамины, это здоровье. У меня давление повышенное, я здесь забыл, что такое таблетки реально. И просто вот ходишь, наслаждаешься. Здесь тепло, на самом деле вот все говорят, что очень холодно. Холодно в комнате. Холодно в комнате. Дискомфортно, в отеле, я бы сказал, на улице, да? В январе погода теплая. Вот реально теплая. Вот где-то недели две назад люди ходили, вот полицейские ходили в шапках. Две недели назад вечером. В январе я их в шапках не видел. То есть в январе даже теплее, чем вот сейчас иногда могло быть. Так, друзья, мы врываемся на парад 9 мая здесь, в Алании. Смотрите, все русские здесь собрались. Нужны? Нет, спасибо. Так что, ребята, у нас 9 мая ничем не хуже, чем на родине. Абсолютно. Здесь огромное количество своих. Вот еще я подписчик. Юля? Юлия и Иван с Челябинска. 9 мая. С праздником всех. Не страшно. В общем, пока что огромное количество наших с вами соотечественников собралось здесь, на этой площади, и просто напевают песни военные. Собственно, наше шествие началось. Прямо сейчас у вас на глазах бессмертный полк. Можно так сказать, потому что все фотографии, тех, кто воевал. Все набивают песни, и мы движемся в сторону моря. Там, где набережная главная, с кораблями. Как тебе впечатление 9 мая? Прекрасно, очень весело, классно, зажигательно. Русские, конечно, умеют. Чтобы вы понимали, сколько сейчас находится в Алании людей, май, начало сезона, посмотрите вон туда, огромное количество. Все это наши ребята. И позади меня еще идет много людей. Вообще. Здесь просто чувствуется единство. Ты похож на человека. Смотрите, из телевидения. Какая у нас охрана, да. Охрана, мотоциклы, полиция и вот само шествие. Похож на человека из телевидения. Есть человек из телевидения. Пусть он землю в небо.
вообще молодцы, организация на высшем уровне, полиция, сопровождение. Сделана сцена в центре города, куда мы сейчас спустимся. Местное население спокойно реагирует. То есть у них, получается, три вот этих полицейских мотоцикла. Раз, два, три. Первый там остановился. Потом, когда они ближе подходят, он уезжает. Здесь уже другой стоит. Друзья, Катюша, споем? Три, четыре. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. Шествие бессмертного полка заканчивается вот здесь, такую сцену организовали. Мы пришли протестировать еще один кальян, находится прямо на набережной. Здесь, смотрите, есть верхний ярус с панорамным видом на всю Аланию, еще есть нижний. Смотрите, огромный просто выбор здесь кальянов. Рома нам тут подарила две вот такие заряженные, ну как иконки, да, молитва о путешествующих, Николай Чудотворец, который помогает странствующим. И его история тесно связана с Турцией, поскольку именно историческая личность реально, он находился здесь, в городе. Он сегодня ездил, это освященное. Да, классно. Я там был уже 5 раз, меня туда просто тянет постоянно, он мне помогает. Ты говоришь, что это он нас свел, да, сегодня? Да, по-любому я верю в то, что... Смотри, это... Рома принес, смотри, какие вкусняшки. Ну, я просто ничего это нет. Он сказал, что... Ну, скажи, это местный вариант Рафаэлла, как бы здесь маршмеллоу, покрытая кокосовой стружкой и на печенюшке вкусно. То есть ты не хочешь, чтобы мы похудели, да, правильно? Не хочу, большой, как бы. Я, ну, реально вкусная, попробуйте. А это мой любимый сыр, на момент я пока перепробую. Да, с такими не подписчиками не похудеешь вообще, точно. Ну, вот это мой любимый на сегодняшний день. Да, вот прикольный, да. Сыр мы любим, да. Спасибо. И такие кексики с Иволи. Ну все, можете ничего не заказывать уже. Только кальяны, чай и будем сейчас вот пить. Крыша просто убирает, сейчас будет звездное небо чуть попозже. И вот такой потрясающий вид у нас на всю набережную, на кораблике. Называется она «Балкон кафе». Открытки подписываем, сидим, ждем кальян. Первый раз в жизни подписываем открытку вот так вот, вживую, которую нам дали, а не которую мы отправляем. Да, вот красивый почерк Елизаветы, а вот мой справа. Класс. Вот здесь штампик. Спасибо большое. Хлоп. Рома с камеры идет. Мы прям в камере у него появляемся. Вечером мы уже сидим, кальян курим. Сначала я остановился и не поверил. Я думал, перегрелся на солнце или еще что-то. Потом говорю, дайте я вас обниму, блин. Так, друзья, за 35 лир вот наш кальянчик. Здесь хотя бы, как видите, шланг такой мощный просто. Просто какой-то гранатомет. Надеюсь, вкус будет такой же. Сейчас проверю. Слушай, неплохо. Не, хороший кальян вроде. Нормальный. Отпустила. Ура! Ура! Мы нашли новую кальянную. С нашим рюкзаком еще никто так не обнимался, не фоткался. Да, можешь отрезать себе кусочек флага какого-нибудь. Я его могу даже поправить. Сейчас Украины у вас тут нет. Вы в Украине были вообще, кстати? Я была много раз, но мы... Мы же в Крыму были. Вот ты, кстати, из Донецка. Расскажи вообще, как там в Донецке сейчас обстановка? Ну, в Донецке обстановка... Кто-то может сказать, что все нормально, кто-то не может там жить, то есть как бы... Ну, как ты давно там был последний раз? Очень я там не был очень давно, в 2014 году я последний раз там был. Давненько. В Турции лучше, да? В Турции лучше. Турция теплее, в Турции что хорошо, что в сезон весь... Клубника, помидоры, круглый год, овощи, фрукты. Я ехал сюда, скажем так, финансовое положение не ахти было, ехал на 2 месяца целых. То есть, ну, кому-то оно, может, небольшие деньги, мне нужно было 60-70 тысяч рублей российских на 2 месяца. Ну, плюс здесь, конечно, тратилось. Вот, ехал, взял кредиточки, там немножко поснимал денежку. И в итоге, вот опять же, в Демре поехал сразу, как приехал. Поехал туда уже 4-й раз к Николаю Чудотворцу в это место. И в итоге, вот сегодня 9 мая, до сих пор здесь. Я сделал себе ВНЖ, вид на жительство. Оно стоило тоже недешево. Мне обошлось снятие квартиры в ВНЖ около 1000 долларов. Это для меня очень большая сумма. И благодаря, я считаю, Николаю Чудотворцу я здесь, вот это вот я рассказываю. И также много случаев было, когда вот гид даже рассказывала мне, что приезжали люди с маленьким ребенком, и они рассказывали свою историю, что 2 года назад они приезжали, они не могли иметь детей, приехали, помолились, и сейчас они вот приехали с ребенком. То есть это реально, люди молятся возле этого саркофага, там можно приложить, зарядить иконки, все, как и в Израиле. Собственно, еще такой интересный факт, я вот был в Израиле, по всем местам, из Турции, кстати, летал когда-то еще в 2014 году, был во всех святых местах, но вот у меня там почему-то не было таких ощущений, которые у меня вот были в церкви Николая. Вот
здесь именно вот мощь, энергетика какая-то, у меня там просто перегрузка идет полная. Я туда вот думаю, что буду ездить хотя бы раз в месяц, пока буду в Турции все время. Поэтому приезжайте обязательно, экскурсия в Демрек, Николая. Сейчас попробуем десерт, который нам Рома подарил. О, а вот и Юра. Сейчас попробуем, что за плюшка такая мягкая. Я их сначала вообще обожал, потом, честно, я их объелся, сейчас пока не ем. Ну, реально большая Рафаэла, типа такая. Паф или пуф здесь продается в Турции. В общем, мы очень классно покурили кальян. Сейчас пойдем вот сюда, вот где происходит концерт в честь 9 мая. Посмотрим, что здесь происходит. Отмените войну, а я разноцветными звездами украшу для вас весну. И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться. И больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Самые умные взрослые, сделайте что-нибудь, чтобы ванищу грозную как-нибудь припугнуть. А я из песка строю домика, чтобы играться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Как идет война, детям не доиграть. Там, где идет война, нельзя цветы собирать. Такое ощущение, что у нас не 9 мая, а встреча с подписчиками сегодня. Да. Серьезно, ну, потому что много русских в одном месте. Ну да, да. Здорово. Да. Как вам парад вообще, концерт? Ну, симпатично, что вообще. А сама Аланья как? Первый раз здесь? В Алании, да, первый раз. А в Турции распят. Не зацепило, как да? Вас, кстати, занесло в Турцию. В Турцию, потому что сезон будет, и перед сезоном... Мы же в Крым полетим. Ну, где все русские тусуются, мы туда едем, как бы. Зима – талант. Летом нужно вот снимать Крым, Турцию, не знаю, Египет, Тунис. Как-то так. Мой балийский ботинок развалился. Классно, 9 мая у нас. Взяли клей, купили. Сидим на набережной, заклеиваем Лизе обувь. И все ждут нас. О, я вот так хожу. Короче, на Бали купила кеды, прикиньте, и они просто развалились. Сейчас мы пришли к зданию администрации города Аланья. Здесь сейчас празднуют Рамадан, все мусульмане. И в течение всего Рамадана здесь такое гуляние, все тусуются, пьют национальные напитки. Вот, кстати говоря, разливают их национальный напиток, и получается бесплатно совсем, да? Да, бесплатно разливают. Посмотрите, щербет называется, прямо из таких колонн. Прикольно, давай попробуем. Возьми один, двоих. Одного хватит. Очень приятный вкус, как компот. По-моему, груша есть сушеная, да, что-то такое? А, что-то фруктовое. Очень вкусно. А, корица, очень хороший вкус корицы. Ну да, такой, получается, компот, и здесь микс фруктов, да? Тут еще делают такое вот необычное мороженое, оно типа из-за льда. Огромный куб льда, его растирают, расталкивают, и получается мороженое. То есть закидывают просто лед, сверху вот такую вот штуку какую-то фруктовую, перемешивают со льдом, и получается такое мороженое. Еще есть вот такая вот необычная сладость, смотрите, берется палочка, и на нее наматывается много слоев карамели жидкой. Причем карамель разного вкуса. Получается вот такая сладость. Прикольно. Вообще в первый раз такое вижу. Необычно. Все, друзья, на этом выпуск заканчивается. С вас жирный лайк, комментарий, потому что много полезной информации. Мы тут стараемся.
Вот такие вот виды вам в конце. И до встречи в следующем выпуске из Алании и из других стран. Пока-пока-пока. Всем пока, целую вас.